всім любителям спорту! Сьогодні наш тренер з йоги Лариса Фомченко підготувала комплекс вправ, які будуть корисними для тих, хто хоче схуднути. Добрый день. Сегодня мы представим 6 йога-асан, которые помогут вашему телу похудеть, подтянуться. Но самое главное – это принять свое тело таким, какое оно есть, и позволить себе принять эти позы. Вот сейчас мы правую ладошку так, чтобы по часовой стрелочке развернуться. Правую ладошку выводим за спину и на нее опираясь выходим сначала на коленки. Хорошо. Ладошки на ширине плеч, средние пальчики параллельно друг другу. Выстраивая опору на ладошки, всегда нужно следить за тем, чтобы средние пальчики были параллельно друг другу, поскольку локтевой сустав при изгибе всегда движется за кончиком или от кончика среднего пальца. Теперь выпрямляем ноги, поднимаем таз на стопах. И приблизительно полторы длины вашего корпуса между стопами и ладошками. Теперь можно чуть-чуть согнуть ноги в коленях, а локти наоборот. Вот напряжение от корпуса локти в стороны, так чтобы лопатки втолкнули грудную клетку вовнутрь треугольничка. Вот так, хорошо. Шею расслабляем, плечевые суставы от головы. И ноги можно чуть-чуть согнуть в коленях. Да, сначала разворачиваем таз на бедра, да, вот, именно копчиком вверх. А вот теперь уже втягивая коленные чашечки, направляем пяточки к полу. Прекрасно. Хорошо. То же самое. Давайте мы вот чуть-чуть локти направляем как будто бы в стороны. То есть напряжение локти в стороны. Плечо разворачивается, подмышки раскрываются. И вот лопаточки начинают вдавливать грудную клетку. Хорошо. Так, и теперь мы согнули ноги в коленях для того, чтобы развернуть таз копчиком вверх. Такой важный очень нюанс. Еще поясничный естественный прогиб, вот который у собачки, да, показывает, что хвостик пошел вверх к потолку. Вот его нужно обозначить. И только потом мы начинаем точно такое же напряжение, как лопатки в спину, в коленные чашечки, выпрямляем ноги пяточками к полу. Хорошо. 10-12 циклов дыхания в этом упражнении, в этой позе. Постепенно глубже, глубже входим. Отпустите теперь вообще ощущение формы и изнутри попробуйте выстроить комфортное положение тела. Тож регулярне виконання цих зовсім нескладних вправ допоможе вам завжди залишатися в гарній формі. Принимайте своє тіло таким, какое оно є. Самое главное – это хорошее самочувствие. Тогда вы можете свернуть горы даже простыми упражнениями.